Далее у нас с вами проходка в приседе. Вы можете ее выполнять как на слегка согнутых ногах, так и постепенно опускаться ниже и уходить в полноценное приседание. Для того, чтобы максимально проработать ягодицы, я надела еще резину для утяжеления. Вы также можете взять какой-нибудь диск или гантели в руки и делать широкий шаг, подставляя стопу, но не полностью. Шаг, стопа.